Сейчас мы с вами будем вязать завязки к этой шапке. Нам понадобятся чулочные две спицы. Набираем 3 петли. Три петли набрали. Двигаем спицу и вяжем просто лицевыми и постоянно двигаем спицу. Лицевые. Опять спицу передвигаем, то есть нам разворачивать ничего не надо, просто передвигаем. Опять 3 лицевые, опять двигаем. И так мы с вами вяжем завязки 30 сантиметров. Мне надо связать, чтобы одна завязка была 30 сантиметров. Вы хотите, вяжите короче, длиннее, там как вам удобно. Хотите длинные завязки, вяжите подлиннее. Хотите короткие, покороче. Вот такой вот шнурочек у нас получается. Итак, смотрите, связала я шнурок нужной мне длины. Так, отставляем на спице пока. Берем шапочку. И вот тут, где у нас изнаночные ряды, мы набираем за кромочную петли, за каждую. Подхватываем просто каждую кромочную. Так, смотрите, набрали. Разворачиваем вязание вот к себе. Тут у нас изнанка. Берем наш шнурок. Возвращаем вот эти 3 петли на спицу. И теперь мы будем вязать. Смотрите, как. Опять вяжем раз, два. И третью нашу петлю мы захватываем вместе вот с этой первой. Две вместе. Вот так у нас получилось. Опять возвращаем 3 петли на левую спицу и опять вяжем раз, два и третью вместе вот с этой петлей захватываем. Опять возвращаем, опять вяжем раз, два и третью захватываем вместе. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Вот до конца, пока у нас все петли не закончатся. Так вяжем. Раз, два, третью, четвертую вместе возвращаем на спицу. Опять. Раз, два, третью, четвертую вместе. Вот смотрите, у нас как бы продолжается этот шнурочек по краю шапочки. Вот так вот довязали до конца. Довязали. И потом продолжаем вязать шнурок такой же длины, который у нас был вот первый. Ну, тоже 30 сантиметров.